Общероссийский форум «Армия-2019» состоялся на минувших выходных в Хабаровске. На Большом аэродроме было представлено больше 80 образцов военной техники, которые находятся на вооружении Восточного военного округа. Причем гостям разрешалось не только смотреть. Посидеть за штурвалами настоящих военных самолетов и вертолетов смогли тысячи хабаровчан. Многолюдно в этом районе Хабаровска еще не было. С самого утра к остановке «Портовая» потянулись сотни горожан. До аэродрома нужно было пройти еще 3 километра. Посетителям предоставляли бесплатные автобусы, но с потоком желающих они не справлялись. Многие шли пешком. Автобусы ждать долго, поэтому решили лучше прогуляться. Не пожалели, что сегодня приехали? Нет. Ну, пока мы еще ничего не видели, но пока не пожалели. Выставка заняла весь большой аэродром. На площадке больше 80 единиц боевой техники. В числе прочего были представлены ударные машины «Аллигатор» и «Терминатор», а также самые большие в мире вертолеты Ми-26. Но большей популярностью у зрителей пользовалась та техника, которую можно потрогать. Здесь забираем летающий самолет. Снимаем, это не... А почему ругаются? Нормальный ход. Самолет-то не... Самолет целый. Оберечь, наверное, технику. А не боитесь, что кто-нибудь что-нибудь открутит на память? Боимся. Поэтому мы следим, поэтому мы здесь. Вот на минуту отойдешь, все, уже на крыльях бегают. А потом еще чуть-чуть подождешь, и могут и на фюзеляж залезть, и оттуда, и на двигатели. Форум «Армия-2019» общероссийский. Демонстрация военной техники состоялась по всей стране. Самая масштабная выставка прошла на подмосковном аэродроме Кубинка. Помимо танков, самолетов, вездеходов, там показали дроны «Камикадзе», мобильный хлебзавод и сову-беспилотника. Большинство представленных на Хабаровском форуме моделей также современные разработки. Все они находятся на вооружении военно-воздушных сил региона. Не боитесь, что шпионы какие-нибудь придут, тут срисуют что-нибудь? Да, мы секретные блоки уже сняли. Срисовывать пока нечего. Секретных блоков нету, так что вертолет не запустится, аккумуляторов нету. Ничего страшного нету. Выставка на военном аэродроме продолжалась все выходные. За это время познакомиться с боевой авиатехникой пришли больше 20 тысяч хабаровчан. Александра Романова, Данил Маевский, Павел Легалин, телеканал «Губерния».